Добрый день, меня зовут Анастасия. Сегодня хочу показать вам мужские эспадрильи французского бренда Tendance. Верх модели сделан из натуральной замши, мягкого и эластичного материала. Он хорошо пропускает воздух и быстро садится по ноге. В обуви будет комфортно с первых дней. Декор в виде полоски с прорезью делает пару похожей на лоферы. Подкладки нет. Модель легкая и мягкая. Вы не ощутите ее на ногах. Стелька из натуральной кожи позволит ногам дышать и меньше потеть. Подошва сделана из натурального каучука, гибкого и эластичного. Он уменьшает нагрузку на позвоночник, смягчает удары и давление. Подошва обтянута джутом, натуральным растительным материалом. Благодаря литьевому способу соединения, обувь получается прочной, подошва не отклеится. Она амортизирует, в паре будет комфортно в течение всего дня. Эти эспадрильи относятся к стилю casual. Они будут прекрасно смотреться с джинсами и оверсайз-рубашками. Их также можно сочетать с легким льняным костюмом. Получится расслабленный городской образ на каждый день. Почувствуйте комфорт с вашими новыми эспадрильями Tendance.